Канцлер Германии Олаф Шольц предложил упростить процесс вступления новых стран в ЕС. Для этого он призвал Брюссель модернизировать механизмы принятия решений сообщества. Немецкий лидер намерен поднять этот вопрос на саммите Евросоюза на этой неделе. Кроме того, Шольц заявил, что нужно предложить конкретные действия по вступлению в ЕС тем странам, которые подали заявки еще 20 лет назад. Я напомню, в минувшую пятницу Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине и Молдове статус кандидатов в члены Европейского Союза. На предстоящие в Брюсселе встречи главы государств-членов ЕС должны принять окончательное решение по данному вопросу.